для себя. У меня есть там, конечно, бои, но, во-первых, PvE это потому, что когда я зашел в игру, у меня друг туда сразу затащил, я, ну, не в курсах тут был, что как. Он мне говорит, играй здесь, короче. Не, серьезно. И там я играл, когда были большие акции, чисто, ну, экипаж докачивал на танках некоторых. А так я не, играю в эти режимы. Но есть у меня 7 столкновений, я чисто за компанию с другом играл. Испант. Он не играл больше полугода и попросил меня просто с ним там, ну, напомнить, ну, что в игре я с ним там сыграл несколько боев и все. Я эти режимы не перевариваю. Я если захожу, 2 максимум боя играю, мне тошнит реально от этого. Не, не знаю, мне реально, как бы, мне все знают, я думаю, кто меня смотрит. Мне нравится столкновение, я надеюсь, они будут его развивать, но главная проблема пока это оптимизация. У них проблема, понимаешь, в том, что они сделали режим, и все, они теперь в него уперлись, они делают под него карту. Мы уже давно, сколько ждем времени, новые карты в PvP, либо переделка ныне существующих на нормального уровня. Но они ничего не делают, они какой-то режим придумают, упорятся в него и все. И все равно, что там фигня осталась, что тут фигня получилась. Не, бодрый, я же говорю, я в этот столкновение, мне прям понравилось играть, а PvE, как бы кто по него что ни говорил, но я вот сам недавно видос сделал по нему, и я как бы офигел от того, что сколько народа там играет в PvE. Да там, я ж тебе говорю, меньше, у нас чем PvP. 2/3 онлайна играет только в PvE. Там играет столько же людей, сколько и в PvP. Да. Я-то знаю фигню, потому что почему у нас и PvP онлайна нет. А столкновение, не знаю, столкновение мне всем понравилось. Это гораздо веселее и интереснее режим, чем PvE. И при этом он сейчас фармит, как не в себя. Ну, как бы тебе, наверное, у тебя там все прокачано, поэтому тебе пофигу на фарм. Ну да, у меня уже почти миллиард. Ну, как бы он больше миллиарда у меня было. Ну, он варьируется так от 700 миллионов до 2 миллиардов. Вот так. Офигеть. Слушай, а почему мы получаем. Нас 90-ик получает, а мы никого не видим? Алло, терминатор. А я вот не знаю, тут стоит возле меня ВБР и никого не светит, если честно. Да у нас здесь тоже веселые пацаны. А Thunderbolt я пока бота. Ой, я вообще засветился, блин. Шикарно, кинул дымы и не. А, ВБР я понял, прикол. У нас ВБР-ка, короче, засветилась, получила плюхи и стоит до сих пор дальше. И стоит до сих пор в ужасе, да? Да, и стоит на месте, ее долбят. Так, она уже в фокус подбирает. Блин, тут, короче, все печально, на самом деле. Да, и стреляю в днище Ариет, я сбиваю ей каток. Блин, нормально. А если у вас печально, что ж тогда у нас тогда? У нас, как бы, пацаны просто сейчас тупят, но если бы они поехали, нас бы давно уже тут вынесли. Ой, а у вас... Не, ну у вас там не совсем прям все так плохо. Но если тот на МСе не упорится. Ой, леопард бортом. Ну куда ты упарываешься, МС, алло? Он стоит, как какой-то стоит героически, а? Все, леопард поверил. Нет, слушай, я не знаю, я в эту арету, она когда заколдована, я стреляю. Ты посмотри. Не, все, тут арта уже, тандербок по мне. Ой, там термики едут, ой-ой-ой, по центру. Так, сейчас мы будем умирать. Так, ты там живи давай. Ты там последняя надежда. Живу. Я туда не поеду за МС-кой, потому что меня упарывают там сильно. А вот и термик. А вот и термик. Блин. Вот его бы сейчас надо убить как-то, но... Как это сделать? Я пока помогу, попробую... Вон там вот через центр. Блин, я попробую тут термика поубивать. Наш термик еще живой вроде. Так, пока до меня не доехали, попробую А6-му. Пару плюшек дать. Ой, отлично, термик меня игнорит. Все. Ну понятно, пушка. О, все. Меня, короче, я решил Thunderbolt упороть. Все, я понял. Блин, арта, короче, 425 мне шатала. Сейчас она переедет на длину и меня не будет. А у нас все, у нас 90-ик шотный. Ты понимаешь? Вот он приехал, смотри. На птурах. Ну ты его, надеюсь, убьешь же, да? Не знаю, тут Thunderbolt упарывается, у меня тут объезжают все постоянно везде. И арта упарывается, арта есть. А, все.
Видишь? Она у меня пара, она сейчас переедет на А9 и все, мне кранты. Блин, а у меня леопард. С леопардом совсем беда. Я его не пробью нифига. О, нет, пробил. Ой, как их там дохера выехало. Поехали, вот поехали, я не знаю, поехали, то ли мне вернуться к тебе. Не-не-не-не-не, пока не надо. Тут, в принципе, все шотные, но если ты оттуда уедешь, то там тоже все будет плохо. Все, ВБР едет. Ее убьют же? Или нет? Нет. Походу нет. Я сейчас к тебе, наверное, сам приеду. А, здесь как бы база, правда, наша. Он шотный остался, но я не могу выехать его добрать, потому что здесь... Я тебе предлагаю, снимайся оттуда, езжай за Арто, я тут постою пока, Арто и Тандерболтом, потому что их надо вырубить. Потому что если Арту мы не снимем, то все. Никаких даже. Ну, блин, у меня 500... Арта шареная, кстати, она меня вон высвечивает. Да я же тебе говорю, она мне вон все ХП поснимал, я хотя за холмом стоял. Так, все, ВБРки я ушел. Я тогда лечу. Блин, ну я, наверное, тогда прям по этому, по радиусу, по дальнему объеду, чтобы на центре не засветиться и не нырить. Да-да, одна стояла вон она, одна, а вторая там стоит. Ой, я засветился. Херово. Вторая там в центре стоит. А что делать, блин? Ну, добирать-то надо как-то. Так, они уже дек до захвата. Она спряталась куда-то, падла. О, вот он. Ой, ну, дал, хорошо. Добираю. В центре ВБР-ка катается. Ой, леопард едет. Нет эффекта? Да, сейчас бы попасть еще в люк мехвода ему. Арта так, уходи. ВБР-ка. Ой, ВБР сзади, блин. Да заберу. Арта, 3, 2, 1. Забрал, сейчас за Артой заеду. Ты эти главное держи. А нет, не в меня стреляй, падла. Забрал. Сейчас леопардами помогу. Там, текстура. Нет. А, один прям сюда смотрит. Сейчас попробую забрать. Один на меня смотрит, стоит, смотрит. Сейчас, подожди, тут холмы мешают, не могу. Заберу его. Ай! Ой, забрал! Ой, он жопой к тебе, жопой. Вижу, еду. Блин, не забирай. Меня арта блайндом забрала! Прикинь, я уже отсветился, сука! Я уже в него почти стрельнул, и меня, прикинь, арта на 274 забирает. Вот мразина. Слушай, ну вы вытащите 90-ик, правда я не помню, сколько в него хпшки было. Так как бы мне сдается, что он не АФК бы там стоял. А может и так даже, да. Так, а я даже не увидел направление, откуда мне от арты прилетело. Очень я знаю, где она. Вопрос в другом, то что я могу ее быть, ну да, на один шот. А, ну это хотя вот он там, паладин, да. Если он мне 400 даст, то я успею, я кумулями успею. Да. Должен забрать. Хотя бы еще кумулем пробить, вот этот вопрос. А ну, сейчас я подожди, быстро на стриме гляну, точно откуда прилетела. Ну, навряд ли. А я знаю, где она на центре стояла. Блин, да ты прикинь, ты бы живой остался, ну, я вообще стреляю в этого люк мехвода, мне в текстуру снаряд улетает, понял, так хитро там встал. У нас текстуры же топовые в игре. Я его люк мехвода вижу, но у меня тупо снаряд текстуры в угол этот улетает и все. Ох, ну с другой стороны, как я леопарда снял, он четко, я вижу, что он начинает ехать бортом ко мне, прикинь, я как раз выезжаю, и он четко разворачивается в меня в лоб. А, слушай, сейчас мне даже не показало направление, откуда мне прилетело. Жесть. Слушай, ну это... Давай, ты должен просто, я тут божил просто, 8,5 накидал. Ну а сорта что-то катается, нет, чтобы встать на месте. Контроль. А я не знаю, да, что она ждет. Может, она что-то знает? Может, она какую-то позицию ищет правильную? Не знаю, она, по-моему, едет слиться сейчас на центр. С другой стороны, она сейчас может засветить кого-нибудь тоже. Как бы это падало на паладине в ангарах, бы там уже не сидела. Либо наверх не убежала. Сейчас проверим. Тебя просят покатать на Стингрея 2.
Стингрей 2 это семерочка. Давайте я на... Семерочка. На XM-ке 8 прокачусь. Я же говорю, давайте, ребят, сегодня это, не меньше 8 уровня по этим. Мы последний раз катались на всем подряд, насколько я помню. А, подожди, последний стрим был как раз по этому, по Хантеру. А, мы на семерочках катали. О, блин, мы на семерочках только и катали на прошлом стриме. Только семерка. Да, блин, он свалил. А, вот и он. А, 90 КФК. 90 КФК. Да? Смотри, это может быть за Манука. Да, я вот о том же. Он по-любому наверх. Переехал сюда, получается. Блин, да, да ладно, а что он так переехал? Что ты хочешь? Я хочу, чтобы он, заехал в захват. Давай, я напишу. Ему нужно ставить захват, а я, чтобы поехал через низ, через центр, я пойду за артой. Езжай. А, или время что, 4 минуты? Так, время, видишь, 4 минуты, да. Я пока доеду туда, где предполагаю, я думаю, паладин, 2 минуты привет, пройдет уже. Чавиус. Отличный бой. Было получился. Бы еще 2 минуты хотя бы плюсом. Владимир, спасибо тебе большое за донатик. Бой еще не закончился, он еще не отличный получился. Сейчас, не дай бог, сольем и все. Я боюсь, чтобы 90-х не был ботом таким, когда он при засвете начинает двигаться. Хотя, ну, вроде, если он не приехал, он еще... Так, ну, паладина вряд ли остались световые, мне кажется, он их все уже откидал. Возможно. Поэтому единственное, он может попробовать, конечно, блайндом кинуть, но... Ну, лучше на Верочку сыграйте, потому что... Вот. Так, станное место. То есть там, место. Да? Вот там стоит, да? Да, да, вот он наверху по Б-линии. Как ты можешь успеть, в принципе... Я же туда, видишь, я же хотел туда ехать. Ты можешь успеть, я думаю. Так, понятно. Ты понял, что я делаю? Ты понял, что я делаю? Я на его плю... О, отлично. Все, едем этого убивать. Ой, хорош, он его вычислил. Не, он даже далеко был. Он, прикинь, уже почти на нашем респе был. Красава. А, ну да, а слушай, я забыл, что этот видел, ты же куда, откуда он кидал. Да, а ты понял, я на его плюшки переезжал, чтобы он туда же не попал. Так, не, это так же стоит, по идее, не будет. Да, у нас такая. Хотя, кстати, странно, не видно, что у него обрыв связи. Да, это этот люди, либо бот такой просто старый, который не реагирует, просто стоит на базе. Либо человек... Не понял. Ты прикинь, он меня впаял. Свой? Да, это на 272. Сейчас бы еще и с поджогом бы. Да пипец, сейчас бы он меня шотнул, и тот бы проснулся. Фу, ставим лайк, пацаны. Тащунский бой. Тот самый. Весело было бы. Не, ну как меня арта на ход мне кинула, конечно, это жесть. Да не, какие-то профессионалы прям играют, они запаяют, они как упорятся в тебя с этими световыми. Ну класс поддержки же, что ты сделаешь. Он тебя поддерживает во всем. О, обрыв связи, что такое происходит? А, ну все, из-за вот этого глюка, сейчас я перезайду. О, ну мы прям нормально в топе по урону. А сколько я там накидал, кстати? 8200. Нормально.